гибнут! Помогите! Правит Гератом. Золотой Путь уверяет, что власть его поколебалась. Не верьте этой лжи. Сомневаться в Пейгане – это акт государственной измены. Наказание за измену сурово. Да зарит вас свет Пейгана. Я тебя урою!
Я вхожу! Высей окачай! Гейл, я тебя убью! Выходи, Гейл! Будь мужчиной! Гейл, не трать мое время! Выходи! Что-то осталось. Аджай, рад тебя видеть. Золотой путь – эпидемия, которой ныне болен весь Керат.
Фейган Мин, собственной персоной, убеждает вас вступить в армию короля. Остановите волну зла и тирании. Присоединяйтесь к Фейгану. Да зарит ваш свет Фейгана. Говорит Фейган Гейл, я в ярости. Террористы отнимают у нас один аванпост за другим. С этого момента всякий солдат армии, который сдастся врагу, будет приговорен к смерти. Все солдаты армии короля, охраняющие аванпосты, обязаны сражаться насмерть ради славы Тирата! Хабал! Уводи людей из города! Не надо указывать мне, что делать! Из армии короля будут расстреляны. Укрывающиеся лица также будут расстреляны. В эти времена важно оставаться здесь. От Министерства внутренних дел и социальной гармонии. Вы нужны Тирату как никогда. Золотой путь – эпидемия, которой ныне болен весь Тират. Фейган Мин, собственной персоной, убеждает вас вступить в армию короля. Остановите волну зла и тирании. Присоединяйтесь к Фейгану. Да зарит ваш свет Фейгана. Хабал! Уводи людей из города! Не надо указывать мне, что делать! Проматали! 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 Ты слышал? Собал, отзывай солдат! Мы не будем сдавать! Они пристреливаются! Освободить чистоту! Артиллерийский отряд огни! К вам отправлено подкрепление! У орудия. Как его можно уничтожить? Удержи позицию! Помощь в пути! Да!
пути! Я приказываю отступать! Стоять до конца! Забал! Thank you.
не сдох. Пожар! Уходите все! Саперы погибли. Он на сзади. Достань взрывчатку и взорви орудие. Готово. Пушкам кранты. Если бы не ты, Уткаш сравняли бы с землей. Они не представляют, чем тебе обязаны. Но только минутку. Заканчивай свои дела и возвращайся. Потом тебе некогда будет отвлекаться. Ты нужен Кирату.
пошло не так? Все пошло не так! Может, нужно было дольше падать? Взять стол повыше? Ау! Он не сильно ушибся. Че? Нет, конечно, это пустяки. Да пошел ты, дебил! Да ладно. На, это тебя взбодрит. Затянись, друг! Это запертый в чулане. Да, с пылу с жару. Эксклюзивчик. Опять добавка. А можно на этот раз в руку? О, прости, но я всажу тебя пониже спины. Что, куда? Вот так? Стой! Да! Аджа, Аджа, велел делиться. Конечно. Что опять? Все хорошо. Чем они меня накачали? Он пришел издалека, ему нужны ответы. У нас есть ответы.
Вот он, герой дня! Эдза, эти фанфары тебе! Ты наш лучший подопытный кролик. Самый долгоиграющий. Это точно. И в благодарность за неоценимые услуги мы приготовили тебе специальный приз. А за твое неизменное мужество перед лицом непредсказуемых побочных эффектов, а также риска для жизни и целостности организма, мы вручаем тебе золотую трубку Кирата. Золото фальшивое, прости. Но это высочайшая честь. Ага, да, спасибо, то есть. Зырь, да речи потерял. Еще бы, это хорошая трубка. Нам было приятно ставить на тебя опыты. Ладно, хватит помпы, у нас есть дело. Очень важное дело. Погнали? Да. Пока. Объявление от Министерства внутренних дел и социальной гармонии.
Они же все погибнут!